Двойной ромб. Навешиваем на основу 10 нитей. Берем средние 2, плетем квадратный узел. И от этого сплетенного квадратного узла в обе стороны плетем квадратными узлами 2 косых линии. В одну сторону и в другую сторону. У нас получилась верхняя часть большого ромба. Теперь берем 4 средних нити, отпускаемся пониже где-то на сантиметр, плетем маленький ромбик из 4 квадратных узлов. Получилась верхняя часть большого ромба и внутренний маленький ромбик. Теперь плетем 2 косые линии, чтобы завершить большой ромб. Вот у нас получился с вами двойной ромб из квадратных узлов.